Постановки, которые будут бороться за право и дальше представлять Россию на чемпионатах Европы и мира, стартуют по традиции в день рождения. «Лунатиками» была представлена концертная программа, в которой зрители смогли увидеть 19 премьерных номеров. «Легенда о Фениксе», «Черный ворон» в постановке старшего состава, «Ночные страхи», новый номер юниоров и многие другие композиции в стиле танцевального шоу, модерна, джаза, уличного танца. В программе концерта были как сольные номера начинающих исполнителей, так и массовые постановки. Всего концерт состоял из более 30 номеров, и среди них были особенно полюбившиеся поклонниками коллектива. Выпускникам «Лунапарка» были вручены дипломы образца танцевального совета ЮНЕСКО их бессменным руководителем коллектива Виолеттой Кабановой. Она является идейным вдохновителем, автором постановок, тренером и заботливой второй мамой, как они говорят, танцоры коллектива. Мы учим детей состраданию, любви и пониманию действительности, тому, что в жизни есть зло, есть добро и есть еще вы, человечек маленький, который обязан бороться и обязан выбрать всегда сторону добра. «Лунапарк» уже совсем скоро расскажет нам новую невероятную историю про русалку. Следующий концерт под названием «Тень океана» будет снова премьерным. Новая танцевальная программа должна удивить гостей и жителей города-курорта Анапа. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа-регион.